это вовсе коровка. Это коксюней. Это коксюней. Это по-французски, да? По-французски. Папа, хочешь его подержать? Ой-ой, он слезает. Поехали уже домой. Хочу маме его показать. Он тебя не обидит. Он же добрый. Можешь мне дать его? Держи. Куда улетела? К своим ребяткам. Ну это ж хорошо, но же ребятки по ней скучают. А я же показать своей маме. Я знаю, где живут все божьи коровки. Где? Сейчас мы с тобой найдем это место. Пойдем. Всем салют. Вы все прекрасно знаете, что у меня растет сын, и мне, как отцу, далеко не безразличная тема насилия над детьми. По этому поводу я написал несколько строчек и хочу ими с вами поделиться. Пока что мой лучший куплет еще не был прочитан. Я нарочито от тех, кто нуждается в защите, а самых близких, ради кого не сдать назад. Так много счастья в этих искренних детских глазах. Никто нам не ответит, что там будет после. Оставить свой след, насколько чистым будет воздух, где мы окажемся, на глубине, на высоте. Как бы там ни было, мы защитим наших детей.